Упали обои. Внешняя стена, я не могу сказать, что она холодная. И вот, тоже упали обои. Клеились они год назад. Уже приклеивались еще повторно. Видите, стена такая желтая. Изначально грунтовали. Мы купили обычную грунтовку, нужно прогрунтовать. Приклеили все. Все отвалилось. Опять приклеили так, как было. Опять отвалилось. Ну, вот еще. И я уже швы проклеивала. Холодная стена кнутом. То есть бесконечное состояние ремонта. Так, у меня теперь идея такая. Значит, посоветовали мыло хозяйственное натереть, развести, в воде все это промылить, а потом приклеить. Не хочу делать повторный ремонт, попробую еще все это восстановить. Может, от того, что жарко. Хозяйственное мыло на обычную терку втираю, в ведро залью, литра два воды, не знаю, надо холодную или горячую, как ты, Вова, думаешь? Горячую. Теплую. Теплую воду залью. Так, начало снизу. Так. Мылом. Вот так, мылом. Стену прохожу. Здесь я обрабатывала стену эту грунтовку. В общем, надо было мыть ее натурально. Возможно, что причина в том, что вот эти именно обои мы покупали дешевые очень. И они такая бумага очень плотная, твердая. Хотя вот эти обои очень дорогие, ну и вот тоже в некоторых местах они отходят. Ну и держатся они надежнее. Вот так вот выглядит у нас ремонт, бесконечный ремонт. Обои падают. Приклею обои, тоже покажу. Доброе утро. Второй этап. Спасение моих обоев. Сейчас покажу, как выглядит стена. Она уже высохла после обработки ее мыльным раствором. Стена такая гладенькая. Ну, видно, что не берется. Ну, как бы вот какие-то оттенок немного есть, но ничего такого на стене, на ладошке у меня нету. Ну и сейчас я приступлю. Непосредственно приклеиванию обоев. Я взяла клей, развела и начинаю. Использую вот такой клей. Получился вот такой густой. В связи с тем, что обоя не вся отвалилась, и я не хочу ее всю отрывать, я беру ладошкой, покажи. Я беру ладошкой клей и показываю. И вот так вот я там нашла прям где до упора, где она еще держится крепко. И ладошкой так прошла. Все остальное кисточкой.
И также надо будет обработать сам лист обоев. Сейчас попробую, как это мне получится. Вот она отвалилась. Вот начну вот здесь снизу, на стыке, скажем так. А потом уже кисточкой. А дальше все как обычно. Вот уже я сначала с угла прижимать. Использую вот такой шпатель. Очень хорошо с помощью шпателя удаляется лишний клей. И воздух. Обои я приклеила. Жду, когда они полностью высохнут. Шкаф не двигаю, потому что стена холодная. Вот они здесь еще мокрые. И когда высохнут, посмотрим, отпадут или нет. Как вы видите, все идеально, все высохло. Высохли мои обои. Сейчас я подвину шкаф, все держится. Значит, что я хочу сказать? Какой делаем вывод? Если вы живете в квартире или приобрели квартиру, где стены покрашены желтой краской, и чтобы поклеить на нее обои, чтобы обои не отвалились, значит, нужно взять брусок хозяйственного мыла, натереть его, залить теплой водой, полученным раствором пройтись по стенам, можно 2-3 раза, и потом, когда все это высохнет, поклеить обои. Обои будут держаться идеально. Все хорошо приклеилось. Кому понравился мой ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, делайте ремонты, ничего не бойтесь. Всем пока, всем счастливо. Итак, прошло 3 дня. Все вернулось обратно, но борьба продолжается. У меня есть такой обойный клей момент для стыков. Если обои отвалятся еще раз, мы приклеим их на скотч. Видео выкладываю, нет сил больше.